Сегодня в Тюменском президентском кадетском училище прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Ребята подготовили творческие номера, провели показательные выступления по самбо и кикбоксингу. Впервые за историю училища к празднику была приурочена торжественная церемония вручения паспорта. Свой первый документ получили 30 учащихся. Я наконец-то стал официально гражданином своей России, своей родины. После училища я стану патриотом России и докажу, что я заслуживаю этого документа. Напомним, там учатся около 500 ребят со всей страны. Кроме базовых дисциплин, они постигают азы военного дела, дисциплины, этики.